некорректно ставить вопрос, вот сейчас тут какую-то синюю табличку выпустили, некорректно ставить вопрос, вы голосуете за там Гундорову или за Хабирова? Ну, можно сказать так, а вы голосуете там за Чикатило и Хабирова, вы голосуете за Гундорову и Чикатило. Это не выбор, это глупость вообще на самом деле. И, собственно, на этой глупости и построена вся вот ее вот эта вот манипуляция, там, смотрите, вот я, а вот он. На самом деле Башкортостану нужен разумный, рациональный хозяин. Хозяин, по крайней мере, на 4 года руководитель. То есть я имею в виду в хорошем смысле хозяин, не в феодальном. И вот в лице Хабирова мы его не увидели. Он плохо образованный, взбалмошный, истеричный человек с таким тяжелым бэкграундом, который пришел сюда мстить, пришел сюда там, значит, свои вот эти, зализывать свои обиды и раны там 2008-2009 годов, когда его тут в багажнике отсюда отправили, значит, в неизвестном направлении, еле отвертелся. То есть вот это нам не надо. Вот притащил с собой какой-то смрадный сброд из Красногорска, который тут, значит, еле-еле потом смогли выгнать, там, кого выгнали, а кого посадили и прочее. Вот, вот этого нам не надо. Вот этих людей с таким вот тяжелым, каким-то плохо, дурно пахнущим бэкграундом нам не надо. Нам и Гундорову не надо. Вот. Нам нужно что-то нормальное. Вот это что-то должно откуда-то взяться. Взяться оно должно, ну, естественно, из состава населения. То есть откуда взяться вообще людям? Люди берутся из того, что живет в стране. Но пока на данный момент ничего нет. И вот эти всякие вот эти вот приколы, да, там, давайте там Гундорову вместо Хабирова, там, давайте там Микки Мауса вместо Хабирова, давайте Микки Мауса вместе Гундорову. Ну, это несерьезно. Мы говорим о том, вот те 4 года там, или сколько там Хабиров у нас 4 года уже здесь правит, мы же стонем. Все радовались, плясали там, значит, около Салавата Юлаева, а потом все охнули, да, буквально сразу, быстро очень. Через полгодика уже все затрещало там за ушами. Зачем эти все эксперименты? Давайте перестанем. Во-первых, нужно долой гнать этот дешевый популизм. Человек, который, ну, вот, ни черта не соображает в государственном управлении, точно не должен заниматься государственным управлением. А то иначе он опять, значит, притащит этих своих там Мурзагуловых, там Прочаковских, не всяких там Камилей Бузукаевых и вот всякое вот это вот, вот это все. И оно будет у нас тут перед глазами плясать и, значит, и тащить во все стороны. Давайте, ну как сказать, вот у нас сейчас ситуация очень плохая в стране, и будет она еще хуже, и в Башкирии тоже. Нам нужна серьезная, хорошая опора, серьезные профессионалы, а не вот это вот все. Вот жаль, что люди этого не понимают.